Табачная продукция не только вредит здоровью. В некоторых случаях она может привести и к реальному тюремному сроку. Предприниматель вместе с членами своей семьи организовал поставку и продажу нелегальной табачной продукции. Сигареты привозились из-за границы, минуя легальные способы провоза таких товаров. В Смоленской области подозреваемые арендовали киоски и продавали нелегальный товар оптом и в розницу. Их деятельность привлекла внимание бдительных граждан. Благодаря поступившей информации полицейские провели проверку торговых помещений. Полицейские изъяли около 120 тысяч пачек сигарет различных наименований. Установлено, что рыночная стоимость данных табачных изделий на внутреннем рынке Российской Федерации составляет около 5 миллионов рублей. Наказание за такой незаконный бизнес предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. За производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт продукции без маркировки предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.